Пять юных девушек, от 17 до 20 лет, возвращались домой из торгового центра в Миннеаполисе, где делали покупки перед свадьбой своего друга. Внезапно в их автомобиль на бешеной скорости врезался внедорожник. Сообщается, что водитель ехал со скоростью 92 миль/ч, 152 км/ч, и почти в два раза превысил скоростной режим на этом участке дороги. Полицейский патруль попытался остановить автомобилиста, но тот проехал на красный свет, прежде чем врезаться в машину девушек. Их авто пролетела после удара 15 метров. 27-летний Дерек Томпсон, устроивший ДТП, остался жив и даже пытался бежать, но его задержали правоохранители. Известно, что мужчина – сын бывшего государственного служащего Джона Томпсона.